Пасху, 4 мая, Владимир будет проводить свой поединок. Будет проводить поединок в Мангейме, в Германии. Мы будем в церкви во Франкфурте. И встретим не только Пасху, думаю, встретим и рассвет. Ну, а я по традиции с женой, с дочкой пойду на Пасху в гости к родителям. Мы святкуем Пасху разом з усією країною. Єдине, що ми за традицією не святкуємо, не святимо продукти харчування, це для нас не зрозуміло. Подробніше читайте в журналі «Кореспондент». В церкви высокопоставленные прихожане несут не только куличи и крашеньки, но и кое-что посерьезней – финансы. И хотя в своих богоугодных делах власти и оппозиция предпочитают молчать на камеру, мы расскажем в печати, кто, сколько и за какие деньги поддерживает свою церковь. Люби всех нас, Господи, тихо, люби.